Приветствую вас, друзья, меня зовут Дмитрий, и сегодня мы продолжаем проходить игру «Принц Персии: Два Трона». В прошлой серии мы начали, собственно, проходить игру, только приплыли с Острова Времени, где мы были всю вторую часть. Также увидели, как Калину тащат как мешок с какашками, услышали мое мнение об игре, о том, о нововведениях, о том, что я думаю вообще об игре, и, собственно, немножко прошли ее. И увидели, кстати, еще новую систему добиваний незаметных, которую я не знаю, зачем внедрили. Она немного убила боевку. Ну, в принципе, ладно. Давайте продолжим просто проходить, а то я тут начну еще ныть, что принц не торт. Вполне возможно, кому-то и по душе пришлась эта система. Сами понимаете, нет уже всех людей с одинаковым вкусом. А вкус и цвет фломастера разные. Мне больше нравилась вторая часть. Где у нас принц брутальный, суровый, рок. Ну и первая часть тоже пойдет. Где добрая Аша, что стояла за прилавками, продавала фрукты и цветы? Где мальчуган посыльный, шумный и озорной, как все дети? Погибли. Все погибли. Вот именно. В принципе, то ты такие тупые вопросы задаешь иногда. Так, так не надо нападать. Повернись. Пошли. А то он не слышит. Давайте, до свидания, пацаны. Оружие ваше только заберу. Теперь есть индикатор его прочности. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, мне больше нравилось прошлое. Да, и вы наконец-то это услышите. Принц не торт. Верните старого принца. Так. Да, конечно. Система не очень дружелюбна к тем, кто играет первый раз. Сразу такие трюки заставляют вытворять. Ой. Дом. Тут все стало чужим. То, что когда-то было таким родным, теперь исполнено горем. Что здесь произошло? Угадай с трех раз. Прячемся. Ой, что же тут произошло? Кто в этом виноват? Ой-ой-ой, ребята, простите. Вы чё, я пошутил? Вы же меня не видели? Пацаны, да ладно вам. Вот. Я в домике. Ладно. Ох. Я пошутил. Спрячемся. Вот так, да. Стреляй ему в попку. Давай, давай. Ты заставляешь меня делать тебе больно. А ты знаешь, что в боли очень много удовольствий? А, кстати, вот еще. Оп. Еще одна фишка. Вот специально, видать, папочка для принца строил. Оп. Бежим.
спать. Угу. Все по старинке. Так, люди, вы серьезно хотите, чтобы я вот так вот прыгнул? Ладно. Я недооценил принца. Нет. Братюнь. Зачем ты туда прыгнул? Скажи мне. Принц, честное слово, я туда не хотел прыгать. Хочешь верь, хочешь не верь. Ладно. Хоть хорошо, хоть не сначала. Раз. И два. У меня иногда такое ощущение, что у стены и всяких орнаментов полигонов больше, чем у принца. Но они реально красивее выглядят. И раз. Повернись. Бульк-бульк. И сразу прячемся. Ну, похоже, меня никто не видел. Так. Спокойно, братюнь. Все окей. Так, а теперь-то куда мне? Ну, я думал, вот так вот. Не дворец, а какой-то звездец. Вот, честно, у меня есть мнение, что вот после такого прыжка и ударом кинжала уже никакого добивания не надо, люди. Сейчас я должен был отдыхать, наслаждаться покоем после долгого путешествия или беседовать с отцом. А вместо этого я должен бежать и прятаться, красться по своему городу, как вор. Это, так сказать, реверанс к самой первой части. Ой, 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 парни. Да, нормально, ты залезь на этот столик, пожалуйста. Персидский кадр. Не, ну, естественно, он меня не видит. Конечно, как он может меня увидеть? Я же так незаметен. Ведь правда. Братюнь, мне надо, чтобы ты куда-то пошел. Как тебя убедить это сделать? Ладно, мы будем суровыми. Так, все понятно. Она реально как это.
Весь мусор собирает. Пацаны совсем не берегут девушку. Скажите мне, вот кто эту дверь здесь сделал и для чего? Нет слов. В следующий раз мне продолжить историю с этого места? Да давай уже сразу конец, ладно. О нет. Да. Я все... Ох, гребаный. Это полигон для тренировки принцев, что ли? Чтобы они стали крутыми акробатами. Ты какой по счету ребенок, принц? Раз, два, три, побежали. Здравствуйте. Тебя родной город очень круто встречает, принц. Принц приближался к тому месту, где держали меня. И вот он услышал голос. Hello. Что-то не то. Кстати, а я тут никогда раньше не сохранялся. Когда ты вернешься? Я голоса не слышу. Разве что Кайлины. Много лет назад мы с Махараджи Индии отправились на остров времени, чтобы раскрыть его тайну. Ага. Мы увидели безрадостные пустынные руины. Залы были безлюдны. Хранители острова обратились в песок. Странные письмена украшали стены залов. Истории, в которых говорилось об императрице Волга. Но след этого загадочного существа мы не нашли. Но в Индию мы вернулись с добычей. Посох, кинжал, пустые песочные часы, украшенные драгоценными камнями. Книги! Какие секреты в них хранились? Уже тогда я был стариком и знал, что жизнь моя подходит к концу. Эти книги подсказали мне, как стать бессмертным. Но мне нужна была сущность самой императрицы, могущество песков. Но мне не дано было найти ни тебя, ни их. По крайней мере, я так думал. Я занялся другими делами и оставил мечту. Но потом, 4 недели назад, кинжал зашевелился и стал показывать мне разные картины. Нашептывал во сне. Он звал меня сюда, в Вавилон. Но у Махараджи не было таких видений. Он не позволял мне отлучаться. И я убил его и забрал себе его королевство и его армию. Теперь ничто не могло остановить меня на пути к заветной цели. Знаете, это не армия Махараджи, это какие-то чуваки из... Ой-ой-ой. Здравствуй. Ты не Саванхила? Ястреб наш. Так, понятно. Йоп. Йоп. Все, пацаны. Принц выхватил оружие и безрассудно бросился в бой, чтобы спасти меня. Ура! Казалось, предыдущие приключения ничему не научили его. А может быть, он просто был ослеплен страхом и яростью. Вот как это случилось. Вот так я умерла. Нет! Должно быть принц Персии. Кто
который вернулся домой. Теперь у принца белые зубы, наверное, а у визиря черные. Видели? Да, точно. Думаю, у меня есть кое-что твое. Да. У нас же теперь ни медальон ничего не защищает, и теперь мы тоже в опасности. Не знаю, стал ли ты бессмертием, но лохом ты точно стал. Отец, прости меня за то, что я натворил. Где бы ты ни был. Ой, вы посмотрите на его руку. Окей. Я понял. Прощай. Не так и знал. Воу-воу-воу-воу-воу, спокойно. Ой, пацаны. Не-не-не-не. Вы как-нибудь там решите уже, что отваливается и в каком порядке. Это совсем не прикольно. Так. И почему все время, каждый раз все разваливается, как эти пески освобождаются? Вот. Фух. Ну, короче, давайте сохранимся и продолжим уже в следующий раз нашу увлекательную историю. Да. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. С вами был Дмитрий. Всем пока.